текущему содержанию мест захоронения. Это территория городского кладбища, улица Таежная, 21А и улица Осиновая, номер 1 с литерой Г. На 2022 год предусмотрено бюджетное ассигнование в сумме 1 миллион 290 тысяч рублей. Контракт заключен с подрядчиком Карепина ИП. Срок выполнения работ с 1 января 22 по 31 декабря 22 года. В основные виды работ включены 24 пункта. Это и зимние виды работ, это и весенние, летние, подрезка кустарников, там значительное количество работ. Я не знаю, есть ли смысл перечислять их. Также в рамках благоустройства территории городского кладбища расположено по адресу Назарова, улица Осиновая, номер 1-Г. Заключен контракт на сумму 250 тысяч рублей. Контрактом предусмотрено выполнение работ по ремонту щебеночных покрытий с добавлением нового материала. Общим объемом 233 куба. На сегодняшний день работы почти завершены. Также в 2021 году были выполнены мероприятия дополнительные работы по расширению городского кладбища. Традиционное захоронение, улица Осинова, номер 1. Были подготовлены захоронения 2 квартала, общей площадью 0,72 гектара, отсыпана дорога 180 метров. Но в связи с неблагоприятной санитарной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением всем известного коронавируса, в период с начала 2021 по 2022 год увеличение количества смертности по состоянию на 1 июня под захоронение осталось 1/3 площади очищенной под захоронение. У нас существуют большие опасения, что до конца 2022 года нам не хватит этих площадей. Для стабильного функционирования городского кладбища необходимо в 2022 году выполнить работу по расширению. По нашим измерениям, подсчетам, необходимо в районе 500 тысяч рублей. Поэтому у нас вот вопрос к вам. Вопрос надо это решить. Также по заданию администрации города специалистами администрации и управления городским хозяйством были проведены обследования захоронения так называемого 46-го кладбища на предмет количества валежника, мусора, произведен сметный расчет на сумму около 2 миллионов рублей. После оформления всех соответствующих документов мы будем готовы найти подрядчика и приступить к работам по очистке кладбища. У меня кратко все.